как нам поднять промышленность и страну в целом, когда по ЦТ гонят потоки пошлости, и даже в новостных блоках можно узнать о чем угодно в Голливуде или в британской королевской семейке, но только не о собственной стране? Есть ли вообще на каналах государственного и полугосударственного ТВ журналисты, продюсеры, руководители, кто думает о будущем страны, думают так же, как мы? Или важнее форматы, закупленные за рубежом телешоу и прочие ваши придумки, скрывающие вашу лень, бесталанность, глубокую и неискоренимую вашу русофобию и презрение ко всему, созданному отечественным трудом и великой культурой России? Ну, это ваша? Я писал. Это ваша? Да. Значит, после, если серьезно, после того, что я это написал, у меня был серьезный разговор с рядом руководителей телевизионных каналов, наших ведущих российских, которые, конечно, отреагировали, некоторые обиделись. Но я правда считаю, что у нас на наших ведущих каналах информационная политика, и не только развлекательная политика, выстроена очень странным образом.